Виталя, тамкни меня. Я не могу встать. Ой, как хорошочка. Что там? Ну вот ты эту штуку открой. Домик открой мне. Сама, не? Я устала. Господи Иисусе. Добрейшее утро. Погодка сегодня отличная. Хорошо-то как. Чайник поставили. Ой, спала я как младенец. Хотя по моему лицу сейчас самое времечко заняться новейджем. Виталий, где моя косметичка? Мне нужно избавиться от этих мешков. Вот они, огурчики соленые на ночь с кофеем. Доброе утро, друзья мои. Выгляжу я все равно чудесно, я знаю это. Что, поймали с утра? Да ничего вроде не поймали. Ничего вообще, ни одной рыбки, Виталь? Две малюсенькие рыбки. И это хорошо. Зачем нам много рыбы, если у нас много мяса копченого? Правильно я говорю? Конечно. Все, сейчас кофе попьем. Вон костер. И будем отдыхать снова. Что еще делать-то? Я в этой курточке хожу, потому что чуть-чуть прохладно. Ну, в общем-то, хорошо все равно. Доброе утро, просыпаемся. Нас ждут великие дела. Так. Утренние процедуры. А где крем для мешков? Вот он. Шерсть какая-то во рту. Кошки нет, а шерсть есть. Сейчас я. А вы думали я с собой на природу не беру эти вещи? Да вы что? А дневной уход? Все здесь. Чтобы уберечь. Поймалась? Тата зеленая закончилась. Эссенция. Умылась, вода ледяная, и я аж пришла в себя. Так. Вот этот, ну да. Умывалка тоже заканчивается. Ну, новое все заказала. Полное скоро придет. Я в вас как в зеркало смотрюсь. Полотенце какое-то неудачное, с него вся шерстюга на меня налипла. У нас тут, кстати, соседи, там метров через 200, не знаю, вдоль берега поселились. Вчера еще они там пели песни, горлопанили до самого, не знаю, до 3 часов ночи, наверное. Может, мелкой рыбешки сейчас пожарим? Вот такое сейчас я могу быстренько ведро наловить. Ведро не надо, но такую я люблю. Давай. Вот такую надо ведро. Чаек мой, кофеек. Закипан тоже практически.
Еще одна рыбка поймалась. Маленькая. Сейчас ты натягаешь штук 10 и пожарим их, да, Виталь? Больше не надо будет. О, выскочила! Вот они. Обожаю. Они такие вкусные. Прям поджарить надо. Минуты не прошло. Еще одна. Ты их что, каждую минуту тягаешь, Виталь? Да это шутка, она тут ее тут как грязь, да? В общем, завтрак скоро будет у нас из свежей рыбы. Здорово. Вот они, утренние. В садке те, которые вчера поймались, там и живут.